Ребята, привет! И давайте сейчас поиграем в игру «Импульс». Она играется так. Я на примере передаю импульс, а еще локотком. А еще передаю мне. А я передаю Аяну. А я передаю вам. А я вы мне. А я придумываю другое. Давайте начинать. Давайте будем делать после щетки. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Давайте теперь лобиком. Давайте. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Молодцы, ребят. Давайте теперь ушками. Раз. И два. И три. И четыре. Давайте сейчас играем в игру «Море волнуется раз». Приведет ее Аришка. Итак, ребята, правила такие. Ребята будут танцевать. Говорить, так, море волнуется раз. А потом все должны на море волнуются три. Морская фигура замри. Они должны показать какую-нибудь морскую фигуру. Поехали играть. Море волнуется раз. Ребят, давайте с нами. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура замри. Кстати, я вам забыла сказать, что когда мы говорим вот это, что все последнее слово должны замереть и не двигаться, и сказать, какая у него морская фигура. Пойдемте смотреть. Давайте смотрим, что у Алуаши. Так, у меня медуза. Медуза. Мне кажется, что она не шевелится. Так. Ребят, смотрите, я не шевелюсь. Так, так. А какая тебе фигура? У меня звездочка. Пойдемте к Аяну. Аян, какая у тебя фигура? Какая фигура? Не двигайся. Звезда! Аян, ты подвигался. Все, выплывай. Две звездочки у нас были. И море волнуется раз. Море волнуется два. Ребят, давайте с нами. Море волнуется три. Морская фигура замри. Так. Смотрите. Так, 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 так. Пойдемте, Вадюша, смотрим. А какая у тебя фигура? Крабик. Крабик. Мне кажется, что у нее какая-то рыбка. Осьминог. Так, 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 так. У нее коленки дрожат. Она выбывает. Выигрывает Аяр. Давайте еще один раунд. Давайте. Давайте. Пойдемте. Вставайте, вставайте. Итак, встаю. Давайте, давайте, давайте. Ребята, вставайте с нами. Волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура замри. Я вижу, что Алаша не шевелится. А какая у тебя фигура? У меня такая колючая рыба. Рыбоёж. Как пузырь. Рыбоёж, да? Так. Угу. Я вижу тоже, она один не шевелится. А какая у тебя фигура? Рыба клоун такая, разноцветная. Так, а у тебя что? Говори. Какая? Только не шевелись. Рыбалкон. У меня две рыбки клоун. Три. Так. Клоун рыбки. Так, поехали дальше. Море волнуется раз. Давайте вот так. Море волнуется два. Море волнуется три. Ма
морская фигура добрый. Так. Какая у тебя фигура? Какая у тебя фигура? Скажи. Не двигайся. Не двигайся, если ты еще раз пошевелишься, ты вываешь. Говори или шевелись. Какая у тебя фигура? Кулачки. Кулачки. Так, а у тебя что за фигура? Черепаха, я выглядываю из своего панциря. Угу. Она не шевелится. А у тебя какая фигура? Кит вообще. Кит. Ну, который еще колодец как-то был. Кит большой такой. Ну, который не делает из своего носа. Все не двигаются. Поехали дальше. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура замри. Так, 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 так. А Лаша, ты пошевелила вот так? Рукой! Давай! Нет. Ты вот так пошевелилась. А у тебя какая фигура? Камень. Камень. Она тоже не шевелится. А у тебя какая фигура? Ракушка. Ракушка. Так, поехали дальше. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три, морская фигура за мной. А у тебя какая фигура? Вот это водоросли, вот так вот, как будто я колушусь в море. Так, так. Но я не колушусь. Шевелится. А ты выбывай. Итак, одеяло.